У каждого из нас дома есть зеркало, которое можем смотреть и исправиться. Когда стоите перед зеркалом и смотрите на себя, и что-то не нравится, может быть, надо похудеть, может быть, потолстеть надо, вес набирать. Это же вы только можете. Это вы кушаете. А кто может вам в это помочь? Люди ходят ко все профессии, экстрасенсы, любой, парапсихолог, везде. И чтобы им помогли. Нет, они рот, извините, ваш не могут сшивать. Или они должны кушать. Для того, чтобы худеть, очень хороший совет я скажу. Перед едой, кроме меньше есть, перед едой выпейте 2 стаканчика водички. Можно газированным, можно не газированным. Порция еда, которую вы хотите кушать, разделите на 2-3 порции. Первый, сначала воду выпейте, потом эту первую порцию кушайте. Обязательно кусочек сыр низкой жирности потом кушайте. 10 минут подождите. Если вы захотите, вторую порцию кушайте. Я гарантирую, что вам не захочется. Вы уже будете сыты, чувствовали, уже не голодны. Зачем есть тогда? И так худеете. И когда телевизоре смотрите, пожалуйста, двигайтесь. Движение, руки двигайте. Все будет хорошо. А есть многие диеты, и знаете, есть чай, который продается. Они покупают лекарства какие-то, чай, вот пьют, и сразу холодильник. Так не худеют. Не надо кушать. И вечером не кушайте. После 6. Возьмите на работу бутерброд какой-нибудь. А ночи не надо есть. Да. Ночи можете есть какие-то фрукты. Но, конечно, не банан. Да. Не торт. Все говорят, маленький кусочек тортик-то можно. Это маленький, так начинается. 5 килограмм, 10, 20 килограмм.